Все, пацанята, происход взял. Сейчас пойду в Министерство на правосудие, возьму необходимые бумажечки, там спрошу пару информаций. Будет попытка номер два, так как я ждал 4 годика, мне был отказ. Потому что у меня нет происхода. Вон-то у меня есть, постоянку мне все давали на основе этого. Короче, это больные люди в больном правительстве, так что будем подавать заново. И будем опять ждать. Главное, супер новые тупые законы. Считаю, что я сейчас подал на дубликат, на происход, который у меня есть. Этот бумага, эта бумага, этот документ. Подавал в октябре, а завтра 1 сентября. То есть один год я ждал одну тупую бумагу, которая у меня уже была. Теперь надо собрать документы, подать и потом назначить интервью на еще через один год. Через год потом. Через год потом пойду на интервью, и после интервью уже буду ждать свои любимые сексуальные полтора или два, три, четыре года. Ради вот этого всего европейского, понимаешь ли. Как бы так. Есть что-то скульптурка. Мериндосик фаршированный, да? Как бы нормально. Тут сербские номера. Что-то тёлочка посмотрела на меня. Что-то непонятно как-то. Тут музей центральный какой-то сзади меня. Один раз в Болгарии здесь был один вечер открытых музеев в 7 часов вечера. И в Фейсбуке была одна группа, где нужно было каждому в музее найти определенные экспонаты, рядом с ним сфотографироваться и выложить свою фотографию в этой группе, чтобы получить приз. И за тот вечер мы реально все музеи обошли. Военные всякие, такие-сякие. Тут это здание было под ремонтом, короче. Такое красивое стало все там вообще. Тут все люди ждут, чтобы взять гражданство здесь, этот Министерство на правосудие. Я сейчас иду в другое здание, которое имеет другой вход. Тут парк. Как там называется, забыл. Хреновый экскурсовод из меня, короче. Хреноватенький. Так что завтра 1 сентября. Сочувствую всем тем, у кого начинается новый конец, нового начала. Тут народный театр Иван Вазов. Сейчас покажу. Там есть одна маленькая непаленая калиточка. Непаленая калиточка, в которую сейчас войду. Возьму, поспрашиваю, какие документы нужны, какие бумаги. И начнем действовать по-новому. Что я до этого потерял время, жизнь, деньги. Все напрасно. Для того, чтобы одни обезьяны в какой-то комиссии приняли отказ.